докладом. Что-то, я надеюсь, вы из этого вынесете. Он, может быть, касается не только чисто медицины, но и каких-то компьютерных, информационных технологий, интернета. Ну и постараюсь как-то, чтобы был практический выход от нашего с вами общения. В наше время нет особой необходимости говорить о том, что интернет во всем мире и в России, в частности, проник во все сферы жизни современного общества и стал неотъемлемой ее частью. Что касается интернет-ресурсов, то тут существует проблема отбора качественных ресурсов в той или иной области знаний. Огромный объем интернет-ресурсов требует значительных затрат времени для поиска и отбора нужного ресурса. Поэтому врачи должны хорошо ориентироваться в интернете и иметь возможность найти необходимую и, главное, качественную информацию. Одним из решений этих проблем является организация специализированных сайтов, предоставляющих надежные и качественные ресурсы по конкретной области медицинских знаний. Например, каталоги интернет-ресурсов на сайте медицинского факультета Оксфордского университета. В России именно университеты по роду своей деятельности призваны отбирать информацию и представлять ее пользователю в упорядоченном виде, то есть должны активно участвовать в создании аннотированных каталогов интернет-ресурсов. Интернет становится все более действенным средством продвижения различного рода информации в сфере науки, медицины и образования. Получение любой информации медицинского назначения, все это сегодня можно делать, не отходя от своего компьютера. Например, с сайта библиотеки Конгресса США. На страницах сайта отражена информация о всех печатных медицинских трудах, издаваемых в США и во всем мире. Количество книг в самой крупной библиотеке мира насчитывает более 20 миллионов отдельных экземпляров. И любой человек по запросу на сайте библиотеки может за деньги получить электронную версию бумажного издания. Сегодня потребителю не важно, где именно хранится тот или иной документ, то или иное изображение, из бумажных источников библиотеки или на электронных носителях в интернете. Ему лишь необходимо получить доступ к интересующей его информации. Именно всемирные компьютерные сети представляют технологическую возможность получить доступ к электронным ресурсам по медицине, независимо от страны, в которой хранятся реальные документы. Показателен сайт Британской остеопатической ассоциации. Его универсальность проявляется в разнообразии научно-популярных статей, фотографий и обучающих видеороликов для разных возрастных групп и профессий пациентов. Одновременно дается реклама сертифицированных остеопатов в зависимости от места врачебной практики, что ставит барьер для шарлатанов и обеспечивает стандартный уровень медицинского обслуживания. Во всем мире серьезные медицинские организации имеют развитые информационные ресурсы и сайты, посвященные профессиональной деятельности. Хотелось бы отметить некоторые зарубежные сайты по медицине. Конечно, в первую очередь это сайты медицинских клиник и кафедр университета. В Германии, например, популярен сайт Берлинской больницы Шарите, где презентуется одна из старейших университетских клиник Европы. На сайте рассказывается о лечении больных с разнообразными заболеваниями, исследованиях, обучении врачей и ученых на международном уровне. Более половины всех немецких нобелевских лауреатов и стипендиатов по медицине и психологии ведут свою работу в клинике Шарите. В США все желающие получают информацию по обучению остеопатии на объединенном сайте колледжа остеопатической медицины США. На сайте рассказывается о программах обучения в разных колледжах, особенности научной и лечебной деятельности, конкретной остеопатической школы, перспективы карьерного роста для молодых специалистов. Одним из важнейших показателей, определяющих возможности предоставления гражданам информационных ресурсов в области медицины, является показатель, определяющий объемы электронных каталогов учреждений, например, крупнейший каталог Центральной научной медицинской библиотеки. Объем электронного каталога учреждения показывает эффективность использования оборудования и программных средств.
Наличие электронных каталогов создает принципиально новые возможности для обслуживания посетителей медицинских библиотек, особенно в тех библиотеках, где доступ к электронному каталогу имеют пользователи. Отдельные кафедры, в отличие от университетов, традиционно не предоставляли доступа посетителям сайта к своим информационным ресурсам. Однако за последние несколько лет это положение начало меняться. Собственно, интернет-сайты имеют уже 35% кафедр российских вузов. То есть разработаны самой кафедрой и не при участии специалистов кафедры. Однако только 19% у них действительно живые сайты, обновляемые хотя бы не реже одного раза в месяц. Минимально необходимая информация для посетителей – это адрес, контакты, тематика научной и учебной деятельности кафедры, представлены на большинстве кафедральных сайтов. Например, сайт кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии нашего университета. Отдельные, однако, разделы – это история кафедры, подробное описание учебного процесса, информация о сотрудниках, анонсы конференций и других научных мероприятий, фотографии и видеопрезентации, также необходимые для привлечения посетителей, обычно представлены недостаточно. Информация на английском языке, необходимая для привлечения иностранных посетителей, представлена только на 5% кафедральных сайтов. Например, сайт кафедры иммунологии и аллергологии Сибирского государственного медицинского университета. Из вышесказанного видно, что существенная часть успехов применения новых информационных технологий в сфере науки и образования в России, как и в области разработки и использования мультимедиа, так и в использовании возможностей интернета и других новейших технологий, достигалось до последнего времени в основном за счет усилий коммерческих компаний, зарубежных спонсоров, энтузиазма отдельных людей и коллективов, но не российских государственных учреждений и структур. Сейчас практически все медицинские и научно-образовательные учреждения, печатные издания уже давно имеют свои собственные сайты, на которых выкладываются научные материалы и свежие новости. Одним из удачных примеров является сайт кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Саратовского медицинского университета. Однако информация, необходимая для образования и научной работы по восстановительной медицине, это каталоги печатных изданий, поиск информации, ни в интернете, ни в электронных изданиях в систематизированном виде практически не представлено. Каковы же причины, вызвавшие необходимость создания собственного сайта кафедры мануальной терапии Первого Московского медицинского университета? Первое – это предоставление информации о кафедре, о новостях, научных достижениях, планах и так далее. Любой печатный формат ограничен в объеме информации. Отправьте потенциального посетителя на сайт, там он получит всю необходимую информацию. Создание своего сайта избавит кафедру от большого объема рутинной бумажной работы. Все это будет на сайте. Далее это повышение имиджа кафедры мануальной терапии. Сегодня очень многие люди пользуются интернетом. Люди часто не покупают издания, где специалисты по восстановительной медицине размещают свои статьи, не смотрят телевизор, когда идут медицинские программы. Но если им срочно нужны сведения по восстановительной медицине, то они сразу могут найти наш сайт в интернете. Это просто и всегда под рукой. Научные работники не работают без библиотек. Это как минимум неудобно. Сайт кафедры мануальной терапии – это наша библиотека в интернете. Сайт будет предоставлять всем желающим документы, фотоматериалы, необходимые для формирования правильного представления о деятельности кафедры мануальной терапии и, собственно, всей восстановительной медицины в целом. Сайт – это наше собственное средство массовой информации, доступное для просмотра 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Задача сайта. Задача сайта кафедры мануальной терапии, скажем так, многосторонние. Это информационное распространение медицинских знаний по восстановительной медицине. Научное – это установление и поддержание научных связей и образовательных программ между университетами и клиниками. Рекламное – это предоставление информации о работе кафедры мануальной терапии и методах обучения на ней.
Сервисная – это информационная поддержка посетителей сайта и членов общества мануальных терапевтов, удаленная демонстрация свежих новостей, фотоматериалов и прочее. Вербовочная – это привлечение новых слушателей на циклы обучения. Инновационная – это дистанционное обучение студентов по системе вебинаров. Также на сайте возможно системно структурировать материалы лекций и семинаров для заочного этапа обучения студентов. Следующая задача – это издательская. На страницах сайта можно будет публиковать статьи тех авторов, которые годами не могут пробиться в бумажные научные журналы. Интеграционная задача – это быстрая обратная связь кафедры с посетителем сайта и посетителей между собой. Это обмен информацией с удаленными лечебными и учебными учреждениями. Ну и в завершение – это, конечно, укрепление международных связей. Это взаимодействие с зарубежными коллегами путем запуска англоязычной версии сайта. На интернет-сайте будут размещены разные виды нужной посетителю информации. Это нормативные документы, описание лечебных методик, фотоматериалы, необходимые для формирования правильного представления о деятельности и возможностях кафедры мануальной терапии всем желающим. Посредством интернет-сайта можно не только оперативно отвечать на вопросы, возникающие у пользователей сайта, но и формировать базу наиболее часто задаваемых вопросов. Тем самым удастся избежать многократных разъяснений по решению одних и тех же задач. На интернет-сайте может быть представлена развернутая информация о научных публикациях, новых медицинских изданиях, фотографий. Помимо общего описания в рамках ресурса, возможна публикация рейтингов и аналитических отчетов, организация консультаций посетителей и научных работников. Сайт может стать альтернативным каналом обмена информацией, обладающей более высокой скоростью, чем традиционные. При этом интернет позволяет одинаково быстро передавать различную информацию, документы, презентационные материалы, иллюстрации и прочее. Наша страна живет в 9-часовых поясах, и посетитель может к нам обращаться в 15 часов по Москве или в 22 часа по Владивостоку. Сайт функционирует круглосуточно. Таким образом, мы поможем любому посетителю, которому потребуется информация по восстановительной медицине, даже ночью. Создание сайта позволит кафедре мануальной терапии не только оперативно представлять информацию посетителям, ну и, возможно, проводить статистические исследования. Сколько, когда, откуда, по каким запросам человек приходит на сайт. Анализ результатов опросов интерактивного общения, а также анализ статистики посещений сайта, помогут нам скорректировать работу сайта и максимально приблизить информационное наполнение ресурса к запросам нашей целевой аудитории. Важно, что с помощью сайта можно получить отзывы посетителей о деятельности кафедры мануальной терапии. Согласитесь, что писать обычные письма или тем более звонить стало буквально единицы. Между тем, многие посетители сайта легко оставят свои отзывы на сайте кафедры мануальной терапии. Это не займет много времени и не потребует дополнительных усилий. Кроме того, веб-страницу можно использовать для проведения всевозможных научных исследований и опросов, которые необходимы для определения стратегии развития кафедры мануальной терапии. Обратная связь. В наше время электронная почта – один из наиболее распространенных средств коммуникации, вытесняющих бумажную почту. Наш сайт – это прекрасная возможность для двустороннего общения с посетителями. На нашем сайте работает рассылка, можно будет мгновенно оповещать большое количество заинтересованных лиц, затратив на это минимум времени. В том числе в своих электронных письмах очень удобно ссылаться на свой сайт, например, сразу можно давать ссылку на ту или иную информационную страницу. Ну, в общем, иметь электронную почту с сайтом намного эффективнее, чем иметь электронную почту без сайта. Например, блок обратной связи позволяет принимать сообщения от посторонних лиц путем заполнения специальной формы. С помощью сайта можно организовать эффективное взаимодействие между специалистами по восстановительной медицине, проживающими в разных концах России и за рубежом. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что любой тематический сайт формирует вокруг себя некоторое сообщество единомышленников, комьюнити, которое может служить источником новых идей, консультаций, привлечения потенциальных студентов кафедры мануальной терапии, да и просто быть приятным местом для общения.
Наш сайт поможет увеличить эффективность работы с другими общественными организациями и научными учреждениями. Успешное партнерство – это обязательное условие развития. Поэтому поиск партнеров, готовых сотрудничать с кафедрой мануальной терапии, очень важное направление деятельности. И сайт может не только увеличить эффективность этой работы, но и упростить ее. Особенно это утверждение верно в отношении потенциальных партнеров из других городов, а иногда из разных стран. Действительно, вся информация о кафедре мануальной терапии и предлагаемом сотрудничестве расположена в интернете, где она доступна с любой точки земного шара. Так что достаточно, опять же, через глобальную сеть найти учреждение, занимающееся подходящей деятельностью, и посредством электронной почты связаться с ними. Причем довольно велика вероятность того, что наш сайт тоже кто-то найдет и предложит сотрудничество. Содержание сайта. Представьте себе, что любой пользователь в любое время дня и ночи, в любой точке земного шара, сможет мгновенно получить информацию о кафедре мануальной терапии, нужную ему. Это сфера деятельности кафедры мануальной терапии, контактные данные, схема проезда, информация о научной, лечебной и учебной работе, данные о научных достижениях сотрудников кафедры, электронные каталоги ссылок на печатные медицинские издания, информация о научных грантах, наградах, конкурсах, возможные инновационные технологии обучения в форме вебинаров, а также учебные материалы в виде текстов и видеороликов. Откроется форум как форма обратной связи для выяснения конкретных вопросов. Объем информации, освещаемой на сайте, может быть настолько обширен, что посредством обычных источников информации его уместить довольно сложно, а сайт помогает структурировать эту информацию. Направление деятельности сайта. Важнейшими направлениями своей деятельности создатели сайта считают: это представление свежей и актуальной информации о событиях в области восстановительной медицины Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России. Освещение различных мнений, критики и научных гипотез, существующих в различных областях реабилитологии. Обеспечение формы для дискуссий. Это предоставление площадки для интернет-публикаций, научных и критических статей, монографий, облегчающих доступ к научным текстам и позволяющих собрать воедино появляющиеся в прессе тексты о событиях в восстановительной медицине. Отдельно это размещение информации об организациях, занимающихся восстановительной медициной. Это клиниках, институтах, кафедрах, журналах, издательствах и прочих. Также планируется создание каталогов и баз данных, позволяющих осуществить поиск и хранение информации, организованной согласно мировым стандартам. На этом мой доклад закончен. Планы и перспективы развития информационных технологий в медицине могут быть воплощены в жизнь стараниями всех желающих поднять технический уровень развития и укрепить научный статус кафедры мануальной терапии. И все мы надеемся на вашу помощь и поддержку. Предлагаю всем высказать предложения по дальнейшему развитию сайта, дать материалов, мы их рассмотрим и выставим на сайт. Благодарю за внимание. Дополнительно, я тут всего 6 визиток своих положил, кто захочет, там manualist.ru, собственно говоря, адрес сайта. Кто-то, так сказать, не запомнит или не запишет, а так www.manualist.ru. От слова manus, рука, как слышится, так и пишется на латинском языке. Вот таким образом. Пожалуйста, да. Вы оцениваете, сколько будет посетителей этого сайта, вообще, круг лиц? Кому это интересно? Вы знаете, вот как раз мой доклад, это он такой интеграционный, я это еще четко сказать не могу, что из этого получится, так сказать, начало здоровое, хорошее, а как оно дальше пойдет, наверное, прогнозировать не может никто. Вы понимаете, что если будет меньше какого-нибудь количества лиц, вот этих заинтересованных, то сайт просто не будет поддерживаться, просто не будет сил на его поддержку. Значит, вы это представляете? Силы... Организацию веб-дизайн осуществляет ученый-секретарь кафедры, это я, Фадеев Абдулла. Это совсем ни при чем, абсолютно. Да, абсолютно. Говорит совсем о духу. Нет, я понимаю, о чем он говорит. Сайты, которые имеют, так сказать, какую-то господдержку или какую-то коммерческую, я так понимаю, что он имел в виду. Нет, просто я пытался уже сайт 10 лет назад раскрутить, тогда просто мы посчитали, что если меньше 1000 человек, аудитория, то сайт не имеет смысла поддерживать. Лично я считал, потому что нет никакой возможности поддерживать. С
смотря какие задачи. Здесь задача на этом этапе больше информативная. Я скажу больше, я даже свою личную, ну, сайтовую площадку отдал, она уже раскручена почти 10 лет, ее во всем мире знают, manualist.ru, вот, под сайт кафедры. То есть она во всех поисковых системах, Яндексах, Гуглах и прочее-прочее прописана вот по множеству ключевых словах. То есть вот все, кто захочет, я могу сказать, сайт существует уже, ну, 2 недели вот в открытом доступе. Мне уже куча народу звонит, спрашивает, когда и куда им приходить учиться. То есть как раз вот то самое, я как говорил, вербовочная составляющая, да, вот она достаточно успешно уже реализуется. А куда не знают? Это просто отреагировали поисковики на изменение сайта, вот как бы анализировали этот процесс? Вы знаете, вот для меня огромный подвиг вот этот сайт нарисовать. Я представляю, какой-то труд на самом деле, какой-то подвиг. Потому что я предполагаю, что сейчас, поскольку идет изменение новой информации, то будет всплеск активности, а потом через 2 недели будет активности ноль. Вы знаете, я платить не буду. И чтобы это было развивалось дальше, его надо поддерживать, развивать и наполнять. И кто это будет делать? Нет, наполнять я буду. Вы будете и наполнять? Нет, да, господа. Это срок, который требует от отвлечения от семьи, этот... Ну, это мои проблемы. Хорошо, отлично. Нет, его никто закрывать не будет, потому что я его владелец, и, собственно говоря, с какого перепуга. Сайт работает тогда, когда в нем есть общение. Когда нет общения, тогда нет. Вот если уже позвонили в течение 2 недель, люди звонят, для меня тоже, вот первый раз я только услышал. Но я понимаю так, что если люди начали звонить, интересоваться, значит уже сайт работает. Сейчас, подожди. Если там будет действительно большая медицинская информация, по вот всем, вот, допустим, вот кассеты, информация, там если будет, какая-то литература, если там будет, это будет еще лучше. Видите, справочник, да? Ну, я еще буду переделать. Вот вы мне пишите, manualist.ru, да, там все адреса есть. Да. Я буду это все учитывать, я, ну, не красивые слова, а я сам, потому что все делаю, и от меня зависит, я модератор сайта. У нас же есть вот сайт профессионального объединения нашего, но он не работает. Ну там информация не обновляется. Мало. Для нас достаточно. Мы не мучаемся. То, что нужно, у нас есть. Понятно. Но это видите вы. И это вы если. Он сайт сделал для 5 человек, для 2 человек, для вот президента. И будет достаточно визитная карточка. Но тут заявлено другое. Здесь профессиональное какое-то общение, она требует других подходов. На перспективу. Вот кто это будет делать? Можно будет найти? Да там форум есть, что же? Пожалуйста, общайтесь. Можно я не спрашиваю, хотя вопрос есть. Юрий Клим, Воронеж. Нет, где не ставите страницы? Нужно ли ваш доклад, во-первых, разместить на странице в Ютубе, которая существует в нашем? У меня такой вопрос. Первое, если заинтересованные лица мне пришлют, ну, чтобы я знал ваши адреса, да, я вам сделаю верную рассылку, закладывая, что на меди. И это тоже можно разместить, пожалуйста. Я имел в виду... Нет вопросов. Можно. Хорошо. И второй вопрос, второе пожелание, как раз, как говорили, ну, я вот сразу выскажу. Может быть, заменить слово «вербовка» на «рекрутинг»? Не надо, вербовка это по-русски. Нормально. Я бы полковник спецслужб, поэтому мне это слово пришло. Сейчас у меня перечисляется слово. Нам хорошо, агент влияния. Нам ближе вербов. Но литература-то там будет? Рассказываю. Тут вопрос авторского права. Я отдельно это акцентировал. Ссылки на печатные издания. Почему? Как только я размещаю какую-нибудь книжечку здесь, да, без согласия автора. Совершенно есть ребята, которые занимаются авторским правом. А еще надо поместить мне правовой юридический ЖБС. А я тут нормативные документы по мануальной терапии, которые есть, я постараюсь тоже разместить. Пример привели, если заинтересовала какая-то книга, допустим, печатная, но в электронном виде, из большой американской библиотеки. Обращаемся туда, они присылают оплатить $20, мы оплачиваем, они нам присылают. Такая литература, будет да, такая что-то? Да, такого вот как раз сайт библиотеки Конгресса в США, что нет, я показывал. Нет, не Конгресс США, а вот там есть все. Наша медицинская, вот коммунальная терапия, там смежная неврология. Вы что, батя? Вы знаете, по всем моим запросам, например, сайт библиотеки Конгресса США отвечает в течение суток, от наших я пока еще ничего не получил. То ли там не отвечает никто, то ли... Ни за нет, что. На ваш сайте да. Будет это? Я вот такой вопрос. Ссылочная, да. Если это авторский права кто-то владеет, например, книги Попелянского, она на самом деле очень тяжелая, она вряд ли кому-то нужна, но она в интернете есть свободная.
И она все-таки один из таких поучебников, которые надо прочитать. Ну, это тяжело? Каждый же может сам найти. Пожалуйста, обращайтесь. Нет, я говорю, опять элементы наполнения этого сайта. Ладно, мы разместили приказы, там три штуки. Ладно, какие-то программы кафедры на год. Ладно, план обучения. Можно хоть там лекции закрытые, там, пожалуйста, дистанционное обучение. Вот у вас даже есть эта модель. Но вот пока это ничего. Ну, понятно. Хорошо. Можно я еще одно предложение скажу? Это не ничего, это очень важная вещь, я хочу сказать. На самом деле и дизайн его замечательный. То, что машина, которая работает уже 10 лет, не надо как бы загущать краски, начинают эти, кто реально занимается и рассматривает как бизнес это одно. А другое дело, когда есть первая и очень важная площадка, и это кафедральная площадка, и есть энтузиаст, который это поддерживает. Но я хочу положительный опыт сказать. Я был на конгрессе по сверхслабым и слабым полям взаимодействия, это биофизики, медицине, значит. И у них существует подобный сайт, он, там есть какие-то, ну, новостная лента не очень сильно обновляемая, но что важно, они зарегистрировали этот электронный сайт как средство массовой информации и с регистрацией ВАК. То есть это современное электронное средство как раз для научных работ. То есть это не бумажный носитель, а это практика всего мира. Ну и, соответственно, там вот эти ссылки и все, что необходимо для науки и для продвижения науки. И это работает в именно научном сообществе, потому что одна из наиболее важных частей для того, чтобы это было не для там, обывателя, а это сайт для кого? Для специалистов, для врачей-специалистов. Соответственно, его рейтинг, он будет подниматься как раз именно этим, там, не теми обычными вещами, которые, ну, используются. Тоже, конечно, вот тогда его надо в ВАКе зарегистрировать. Да нет, это последующий момент. Да, сначала да, первое регистрация. Спасибо. Дорогие друзья. Спасибо. Очень хорошо. Видите, сегодня уже эта ситуация забеременела, да? А что будет потом? Надо было с чего-то начинать, да? Вот Костя сегодня уже забеременела. А потом, самое главное, что сегодня мы не должны, 20 лет назад вообще о компьютерах никто не знал. А сегодня, видите, уже какие технологии. Если не в Москве это будет делаться, то она будет не делаться нигде. Ну вот в Воронеже, правда, Юрий Алексеевич делает так. В Сибири там что-то шевелится, а все же остальное все спят еще пока. Урал, Север. Поэтому то, что сделано сегодня в этом университете, именно на нашей кафедре, и наша цель сегодня была, когда мы делали вот этот сайт, то для того, чтобы знали вообще о кафедре. А кафедре мало кто знает. Это в Москве, в Петербурге еще, а больше нигде не знает о кафедре. Да. Но она не молодая, ей 5 лет, 6 лет. Она еще не молодая, уже не молодая. Поэтому то, что Антон Владимирович сегодня вот положил, он очень работоспособный человек. Видите, он сам самостоятельно. Костя никто ему не дает. Наоборот, он свои вклады будет. И то, что он сделал сегодня, пока больше никто не сделал здесь. И вот были здесь кафедры университетские, ну там тоже энтузиасты свои, может быть какие-то деньги, то здесь деньги какие. Он просто теряет, ничего не получает, не теряет. Но мы ему будем помогать. Поддержка общественная, да. Гораздо важнее. Спасибо большое. Спонсор. Значит, отлично. Да, продолжим наше сегодняшнее заседание. Значит, сегодня Юрий Алексеевич предложил провести семинар по занятия информации о новых технологиях. Он является президентом ассоциации
мануальной терапии, мануальной медицины в Воронеже. Это ваша, наш филиал Московской ассоциации. С помощью президента Российской ассоциации был сделан этот филиал. Вот Самаруков Алексей Егорович. Мы там бываем. Очень коллектив небольшой. Там он собирает ближайшие города еще. Не только одного Воронежа. Очень большие энтузиасты. Могу сказать, что очень хорошо подготовлены. Мы там понемножечку тоже помогаем усовершенствоваться. Вот, и поэтому вот сегодня он нам